Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ. Сегодня я вам расскажу, как получить 3 бесплатные вещи в режиме Creator Challenge. Это тест, где нужно будет отвечать на вопросы. Сделан он для разработчиков Roblox, но принять в нем участие могут все желающие. И после прохождения этого челленджа вы получите 3 бесплатных вещи для своего аватара. А также еще в подарок вам дадут 3 вот таких значка. Но давайте разбираться подробнее, и для начала давайте зайдем в сам челлендж. Итак, здесь нам нужно будет пройти 3 испытания. В каждом испытании нам нужно будет правильно ответить на 3 вопроса. Ошибаться здесь можно. Можно ошибаться бесконечное количество раз. Главное правильно ответить на 3 вопроса. Что ж, давайте начнем, посмотрим. Вот он первый челлендж, нажимаем на него. И первый вопрос. Здесь все по-английски. Также здесь вопросы, связанные с разработкой Roblox, про разные команды, сочетание клавиш, тестирование игр, работа в Roblox студии. Если вы в этом разбираетесь, вам будет просто. Итак, я ответила на все 3 вопроса, и мне дают вот такую вот голову. Жуть какая. Ну, в смысле, очень прекрасная голова, выглядит настолько реалистично, что даже жутко. Потом зайдем в инвентарь и рассмотрим ее подробнее. Итак, мы получаем бейджик, и у нас открылось 2 испытание. Давайте проходить его. Итак, я отвечаю методом тыка. Первый раз ответила неправильно, пробуем еще раз. Дают уже другой вопрос. Отлично, здесь я угадала. Следующий вопрос про Roblox Studio. Еще раз угадала. И последний вопрос, на который мне нужно ответить. Тоже верно. И я получаю вот такой рюкзак. Чуть позднее мы рассмотрим его подробнее. Дают еще один бейджик. И у нас открывается 3 испытание. Давайте отвечать дальше. Здесь все про оформление авторских игр. Про картинки, которые отображаются. Я ответила уже на 2 вопроса. Последний вопрос про скрипты. И я правильно ответила на 3 вопроса, и мне дают вот такие огромные крылья. Что ж, отлично, я прошла все 3 испытания, получила 3 бейджика и 3 вещи. Итак, мы прошли все испытания, получили 3 значка, и теперь я предлагаю перейти в аватар и рассмотреть все полученные вещи более подробно. Вот они, 3 вещи: крылья, рюкзак и голова. Смотрится очень жутко и реалистично. Что ж, давайте рассмотрим каждую вещь в отдельности. Первая вещь — это вот такие огромные драконьи крылья. Смотрится очень зловеще, если вы любите драконов, они вам обязательно понравятся. Следующая вещь — вот такой вот рюкзачок. Годзиллу напоминает, хвостик и вот такие вот шипы. Он и называется рюкзак Годзиллы. И третья вещь — это вот такая вот драконья голова. Смотрится действительно очень жутко и очень реалистично. В принципе, теперь мне будет что одеть на Хэллоуин. Итак, ребята, ссылочка на этот плейс будет под видео. Если эти вещи вам понравились, заходите по ссылочке в этот челлендж, проходите его и забирайте эти вещи себе в инвентарь. На этом у меня все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк, и пока-пока!